Рад приветствовать вас, дорогие друзья! Вы попали на канал Код Бутерина, и сегодня в видео мы рассмотрим проект, который, по моему мнению, станет одним из лучших среди Web3 и заработок на данной платформе. А если вы уже принимаете участие в данном проекте и догадались, о каком проекте идет речь, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь. Ну а мы переходим к видео. Проект, который мы сегодня рассмотрим, называется Social. И начнем мы по традиции с того, что такое Social. Social – это социальная сеть без разрешения на блокчейне Solana. Social позволяет любому человеку открыто делиться контентом и справедливо вознаграждать пользователей и создателей контента. Действительно открытая криптоплатформа для социальных сетей и монетизации. Именно такое определение подойдет для проекта Social. Никогда раньше вы даже и не мечтали о достойном заработке в социальных сетях. Но сегодня, благодаря Social, вы можете не только иметь дополнительный доход, но и жить на такой заработок. Если данный доход вам интересен, тогда присоединяйтесь к Social и зарабатывайте не только как создатель, но и как пользователь. Social дает вам способы для улучшения качества жизни. И сейчас мы разберем, каким образом. Первый способ. Если у вас есть талант, то станьте автором контента и монетизируйте свою аудиторию. В отличие от платформ Web2, Social предоставляет вам право не только не делиться с платформой 30% или более своего дохода, но и сохранять свою независимость относительно площадки, на которой публикуется контент. Второй же способ. Используя Social, вы можете быть первым поклонником, который следит за талантами. Например, вы один из первых поклонников, который купил пользовательский токен. Далее, если создатель продолжает производить ценный контент и повышает его качество, расширяя свою аудиторию, то и спрос на токен его растет, что позволит вам также приумножить свой капитал. И, наконец, третий способ. Присоединившись к сообществу, вы можете покупать и продавать NFT. А экономика NFT поможет создателям и пользователям зарабатывать деньги на Web3 с помощью Social. Скоро можно будет приобрести и NFT у создателей и демонстрировать их в своем профиле. А еще, если вы являетесь создателем, то можете монетизировать в своем сообществе чеканку NFT. Ну а если вы хотите более детальную информацию узнать о проекте, тогда я оставлю все ссылки в описании, по которым вы сможете ознакомиться более детально с проектом. Ну и на этом наше видео подходит к концу. С вами был канал Код Бутерина. Если вы хотите больше полезного контента, тогда переходите в мой телеграм-канал. Там он выходит гораздо раньше, а также более часто. Так что ссылку на него вы знаете, где искать. Увидимся на днях. Счастливо!